Опа, здорово. Давненько мы не играли в Були. Запустилась запись, да? Да, запустилась. Ну, поехали тогда. Я только что после Dark Souls. Только после стрима по Dark Souls. Так что, ну... Бля, как там бегать? А, надо жать кнопку. Жать постоянно. Короче, я в Були давно не заходил. Ну, я только что прошел Dark Souls. То есть вы можете посмотреть, если что, на последний стрим и понять, когда видос записывается. Потому что видосы же, ну, будут выкладываться, естественно, не сразу все. Поехали, короче. Там задание у нас есть, поехали. Бля, игра такая громкая, если честно, она все равно, вот, она все равно умудряется... Музыка, блядь, один, но она все равно умудряется быть громкой. Ладно, хуй с ним, поехали, короче, у нас там задание... Поехали хоть как-то повыполняем их. Ну, здесь прям есть. Бомба. Как там замедлиться? Вот так вроде. Ага. Все, нормально. Пойдем. Что это такое? Билеты в кино. Соски стоят. Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah, I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line, and this movie means everything to me. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy? What's in it for me? I'm a princess! Oh. And I need people to do things for me! So hurry up, because I want to be first! Oh, man. All right. Ебать, пиздец, говорит. You suck! Yo, work Come for on, me step up. One day. You moron. Just because I'm rich and well dressed like doesn't mean I'm afraid to Give fight. Подожди, а что мне надо? Better run, weak sauce. Yo, mama. Без насилия написано. Ну ладно. Без насилия, так без насилия, давай. Ой, извините, пожалуйста, я не хотел, я случайно вас переехал. Извините, пожалуйста, простите. Они теперь тут стоят. Блять, простите, пожалуйста, но я не хотел. Офицер! Офицер, блять, у вас... А, не надо! Пиздец, завалил задание, ну ладно. Ладно, хуй с ним. Бля, без насилия. Да как тут без насилия-то обойтись? Я не знаю. Я вот типа велик спиздил. Бля, как хорошо, что велик здесь спавнится. Да похуй, прогулы, не прогулы. Поебать, если честно, абсолютно. Да все. Я, ребят, я видел. Можно мне это второй раз не показывать? Ебать, у нее ебло. Они украли мой велик. Охуенно. Все намного легче было. Куда? How's it going? I swear she's trying.
What's up? I swear she's trying to look just like me. What's new? Hey, what's up? Нормально. I'll remember this forever. Нормально. No one pick this up. I just want to play sports, that's all. That's great, Jimmy. If only you'd been born into my family. Ты сука ебаная. You have a few uses, you know. Oh, really? Well, you know, nice girls like nice flowers. Anyway, here's some money. It's the least I could do. And it's daddy's anyways. Охуеть какой. We can work through these class issues we have. Oh, I'll work through your class issues all right, sweetie. Охуеть. Нормально. Кайфы. You really should. That's that nonsense dealt with. Did you ever wish you never... Бля, там урок. Надо успеть до урока. До конца его. Я не знаю, что там должно быть. Но если это какой-нибудь хороший урок, то я, блядь, себя не прощу. Проёб. Надо успеть. Давай, лови меня, староста, я перед тобой, блядь, староста, иди сюда, обними меня, брат, давай, отведи меня туда, я хочу, да, давай, все, победа, музыка, ебать, я бы не смог простить себе пропуск музыки, это того стоит, We can learn a lot from music, boys and girls, music helps us find our true potential, isn't that right, percussionists? Конечно. РТ, да? No, that's not right. Бля, я пропустил оба. Да как? Я ж нажимаю. Короче, с двойными у меня проблемы. Да, бля, ну не жмется, ребята. Не жмется. Да как, блядь? Да как? That's an unpleasant little sound. Да блядь. Я очень люблю музыку, но я не понимаю, как мне два сразу. Как? Если что, ну не дает нихуя, ребята. Ну это не смешно, нахуй. У меня на геймпаде это не работает. А как? Как, блядь? Как ты хочешь сказать, чтобы я это сделал? Да иди нахуй. Пятен, really need some help. Да я ебал его в рот. Мне похуй. Вообще. Ебал его в рот, блядь, эти библиотеки, хуеки. О, соска. Здорово. Okay. А у меня нет ничего. Ох, блядь. Как грустно. Значит, женская библиотека, женское общежитие снова, блядь, пострадает от меня. Я снова украду все цветы. Блядь. Все нахуй, там штук 15 наворовал. Вон она далеко не ушла. Кайфы, вообще кайфы. Нормально. Ладно, похуй, поехали опять, нам надо за город. С
сука. Покатили, ебать. Научиться бы кататься на скейте быстрее в разы. А то что-то я совсем еле-еле плетусь. Скутер хочу. Вот что хочу, это скутер. Опять здесь же задание. Да ну что тут? Свидание в лунопарке, нихуя себе. This is how you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date, and you are 3 minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you liked flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. Mm-hmm. 3 minutes. Mm. What does he think I am? A tramp? I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise there's no excuse. Охуеть какая. Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. Охуеть. You know, вон оно как. You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has 4 thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Ну, конечно, это Джимми же, бля. Он за... на парк закрывается сейчас ночью, к этому моменту она закончит свидание. Бля, велик бы. Ну, там гараж есть. С какой стороны? Он сзади? Сзади гараж, бля. Давай его сюда. Не, у меня времени еще дохуя. Она типа своим ходом на автобусе едет. Бля, вот это, кстати, охуенная история. Бля, доллар всего. Алло. Все, заебись. Го. Вообще без вопросов. Питчер. Вводи в 3 и выиграй. Ага. А, подожди, вот я должен... Ага. Блять. Есть. Питчер, давай. Я тебя не слушаю, подруга. Сюда нахуй. Нормально. Тут чё? Тут у нас что? Тут чё такое? А, сувениры? Мишка, можно получить за призовые билетики. А, здесь как раз все и этот, и за билетики идет. Пойдем. Ну, возьми меня за руку, пойдем. Куда мы хотим? Ведь не одна здесь игра. Охуеть, к малоимущим. Охуеть, вон оно как. Бедность очень романтична. Как? Ударь молотком.
отсюда! Охуенно. Пойдем дальше. О, Shooting Range. Пойдем, пойдем. Ну, возьми меня за руку, пойдем. Сплэш, сплэш. А, это мудилу, мудилу выкинуть нахуй. Давай-ка ему пизды дадим. Конечно, конечно, я попробую. Попади в яблочко и победишь, давай. Ага. Лови нахуй. На тебе, сука. Ёбаный карлик, получи нахуй. Хорошо, пойдем. Один билет остался. И вот какие-то панки стоят. Давай, давай. Shooting range. Тир. Вообще как нехуй делать тоже. Стрелять по бандитосам и по бутылкам. И не стрелять в шлюх. Бандитосы и бутылки. Так. Ага. Блять, одни шлюхи. Бандитос. Блять, бутылка. Бандитос. На тебе, сука. На тебе, блять. Бандитос. Ах ты, сука. Уёбищная бутылка. Получи. Бандитос. Попал. О, Эль Мексикана, отъебашим. А, тёлку прострелил. Не специально. Опять. Опять. Бутылка. Бандитос. Бандитос. Иди сюда. Я чувствую себя на ёбаном диком западе. Иди сюда, иди сюда. Есть. Шерифа, шерифа чуть не снес. А, плюс 50 за шерифа. Надо было сносить. Бляха, не попал. Время вышло 140. Маловато, наверное. Ну, билетик хоть дадут? Два билетика. Нормально. Два билетика, зашибись. Пойдем. А чё за хуйня? Подожди, мне нельзя было... Алло, чё за дела? К моей девчонке подходит... Охуеть, чё за дела? Рестарт. А, всё, уж спать. Блять, следующий день. Охуеть. К моей девушке подбегает другая девушка, начинает хватать её за волосы, блять, и мне просто типа стоять АФК? Охуеть не встать. Вот это момент, конечно. Видимо, не надо было вмешиваться. Ну, давайте еще разок сейчас попробуем. Че нет? Нет. Господи, там тип про полицию. Давай спать. Поехали. Крысы в общежитии, ё-моё, как вы живете, ребята? Крысы не кусают? Поехали. Там урок скоро, надо подождать, пока урок утренний будет. Да и срать на него, кстати, на самом деле, нет? Типа, почему мне не должно быть срать на урок? Короче, учить уроки не моё, судя по всему. У меня было желание пройти все уроки, ребята, но нет. Есть какие-то приколюхи. Я вот замечаю, что есть у игры какие-то приколюхи, которые мешают мне что-то делать. Вот в мини-игре с лягушкой это пиздец. Там очень тяжело как-то направлять это все. А таких игр должно быть 5. С музыкой началось 2 надо зажимать одновременно. Или как? Я не совсем пока понял. Надеюсь, разберусь. Да как хорошо, что я купил велик. Надо еще поработать и денег заработать будет. Вот после этого. Да все, уж плевать мне. А что, а? Все, я еду, все, сразу туда. Ну, вечером намного лучше, если честно, все. О, ребята. А, угу.
заходить не в эту сторону, потому что я дурак, блядь. Ну чё, мы по новой, да? Мелкие обидки. О, господи. Hey, lady, okay? No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. Mm-hmm. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Old Bullwoodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Ищи садовых гномов и уничтожай их по просьбе Бренди. Одуреть. Но как? А чё, у меня теперь провалилась эта миссия полностью или что? Скутер! Скутер! 75 билетов! Вот он, сука! Не, ребята, всё! Ебал я весь этот праздник жизни. Я увидел то, что мне нужно. Давай, давай, давай. Я поиграю в питчера, давай. Бля, промахнулся. Три питчера. Да ёпта. Нет права на ошибку. Так, хорошо, здесь закончились питчеры. Вторая. Блять. Все, я въебал. Ладно, ничего, ничего. Ребята, это скутер. Да бля. Опять два мяча въебал. Да пиздец. Да ёпта! Как? Как у меня это выходит? Только что же все выходило нормально. Да ладно, ничего страшного, я заработаю еще деньги, блядь. Дайте мне скутер просто.
I could do it. What's the matter? You can't do this? Hey! Thanks a lot, kid. My clothes have just gotten dry. I think we can call that a wrap. Пойдем посмотрим, хоть сколько у меня там. Или все еще шиш? Ну-ка, сколько? 66, чуть-чуть осталось. Еще немножко потерпите, ребята. Хотя чего вы там терпите? У вас в ускоренном темпе все должно быть. Шестьдесят девять. Семьдесят два. Все, ровно, поехали сейчас. Последний раз попасть. Все, ебать. Поздравляю нас с победой, ребята. Все, с победой нас, ребята. С победой. С победой меня. Бля, весь день просидел здесь. Да иди нахуй от меня, долбоеб. Я только что получил скутер. Дай мне его попробовать. Заебал меня. Нахуй. Гандон. Расскажешь, ебать. Где хоть скутер? Давай, давай его. Все, ебать, поехали. Вот это бомба. Он явно быстрее, чем то, что было до этого. Нужен шлем. А как у меня там карта? Бля, я правильно ехал? А, куда? У меня тут дом есть. Все правильно. О, в первый раз здесь. Норм берлога, ебать. Заебись берлога так-то. Задание сегодня выпадет какое-то? То, что я от свидания проебал, это типа нормально? А где я? Тут у меня что-то задание такое. Гном! Гном! Там был гном! Ёбаный гном! О! Много раз здесь проходила. Стрижка газонов парков. В парке. Ну, нормально, пойдем. А, это не то.
Начальник, не ругайся, травы дохуя. Можно и цветы разочек. Чем, может, и соточку дадим? Блять. Ебать, он денег снимает, сука. Блять, 15 баксов. Я только что въебал эти 15 баксов. Пиздец. Блять, какая-то лохотрон, а не работа. Лохотрон, блять, а не работа, если честно. Ладно, похуй. Сейчас 70 крутим и нормально. 80, бля, уже больше. Тут и траву больше. Как. Угу. Да я разворачивался, не видел что ли, блядь? Тупой работодатель, блядь. Чё ты доебался до меня? Людям больше платят, ты нанял дешевую рабочую силу, ребенка, подростка. Еще, блядь, налоги на него какие-то облагаешь, блядь. Охуел совсем. Штрафуешь, блядь, за цветы. Давай, нахуй. 15 баксов, изи. Ну, такая сегодня серийка, я не знаю, мы... Нихуя особо не сделали. Просто вон деньги там, блядь, зарабатываю. Уже 90%, охуеть. Да вижу, там в Rockstar не особо парились насчет того, чтобы придумать что-то интересное. Просто с каждым разом больше косить. У меня такая... Илья с Антоном, я помню, работали. Вот если кто знает, на стримах сидит мои кореша Илья с Антоном. Сейчас они в армии, но... Вот они тоже, блядь, вот такой хуйней занимались. Ну, только не на таких газонокосилках, а на... Ну, обычные, знаете, которые траву косят, блядь, такие... Как сказать... Как инструмент именно, а не как машина... Вот они на такой хуйне работали. И у них постоянно были проблемы, блядь. Все, давай, дядя. На дядю поработали, заебись. Денег под... Хоть какие-то деньги я вернул себе. О-о-о! Ебать! Ладно, похуй, поехали, так. Поехали. Чё там за урок? Давай. Давай, староста, лови меня снова. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Чё там за урок? Блять, опять география. Ёбаный в рот. Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? Значит, вы зачем тут сидели? Ну да. Сколько запись уже идет? За 45 минут. Блять, ну. Ну это же Эйфелева башня, очевидно, правильно? No, I'm sorry. Ребята, нет, нихуя. Нет, это Эйфелева башня, просто прикол тут, блять, такой. Швейцария, Ирландия, Испания, блять, Германия. A fair guess, but I'm afraid it's wrong. Heavens! Whatever gave you that idea? Try again. Try again. Пиздец, ребята, как же это тяжело. Португалия. Try again. Хуй его знает.
Мы учили, слишком дохуя ты от меня хочешь, блядь. Финляндия там. Там, наверное, Финляндия где-то. Сука. Да где, блядь? Ну, рядом с Россией. Финляндия. Да ты чё, смеёшься, что ли, блядь? Мудак ёбаный, блядь. Мудозвон ебаный, блядь. Что ты делаешь? Гнида? Кого? Да всё, пошёл нахуй. Вверх ногами, блядь, для тебя, сучара. Пошёл к чёрту. Да ебал меня. Чё избиваешь парня, блядь? Ебать, он мне саечку, давай-ка его нахуй. Его отпиздили, хорошо. А теперь меня сейчас поймают. Не, не поймают. А где задание? Алло, ребята? Меня просто отобрали задание в игре. Алло? Отдайте обратно. Я пока просто сижу-пержу. Да я тоже вот хангри. Я думаю, может закончить? Но хочется хоть второе задание зацепить. Ну, пойду покатаюсь, не знаю. Вообще занятий нет. Я не понимаю, чего мы ждем? Что за коробка? А чё вандализм? Там коробка стояла. Я ей немножко так ей помог разложиться. Ха-ха-ха, получи, сука. Не-не-не-не-не, дядя, не сегодня. Как ты можешь меня догнать вообще? Тут без шансов. А, как? Охуеть. Инста пойман. О, урок. Наконец-то. Кто? О, математика. Ну давай. Ладно, математика-то ладно. Да хорошо, без проблем. Давай. 3 плюс 4, 7. 50. Блять, 5 плюс 45. 6 на 6, 36. Сколько треугольников? Раз, два, похуй, три. Что меньше? Комар. 12. 3 умножить на 6, нихуя, 20 минус 8. Вот, что больше? Сатурн, блядь. Что меньше? 203. 8 плюс 3, 9, 10, 11. 1, половина, 0,5. 1,2, 0,25. Что медленней? Конечно, куала. 120. 70 плюс 30. 80, 90, 100. Нихуя. 3 умножить на 40. 8 на 12. 8 на 12. Нет. 7 минус 5. 2. Что быстрее? Грузовик, блядь. 99. 9 плюс 11. 11 умножить на 9. 12 плюс 7. Нихуя. Нихуя себе. 29 плюс 7. 35. Нихуя. 7 умножить на 5. 7 умножить на 5, да. Что быстрее? Космический, блядь, корабль. Сколько квадратов? 5? 0, 5 на 34. 135. 15 минус 6. 11? 9, блядь. Что быстрее? Гоночная машина. 0,5. 2,5. 1,5. Что выше? Пирамиды. Что больше? 79. 7 плюс 3. Блядь, 10. 24. Все, зачтено, нахуй. 24. 12 плюс 8, блядь. Похуй. Зачтено. Охуеть, ну хоть математику, блядь, сдал с первого, со второго раза, ребята. Ну хоть что-то, блядь. Хоть какие-то, хоть как-то мозги работают, блядь. Очень рад за себя, если честно. Тебе доступна маска гения. Охуеть. Маска гения. Да, блядь, отъебитесь, ребята, ну. Не буду я никого в шкафчики закидывать. Нахуй оно мне всралось? Ребята, работу, работу, подкиньте работу, пожалуйста. Подкиньте работы. Подкиньте что-нибудь, чем можно заняться. Бля, это прикол, я... Что я сделал-то? Что не так?
Hey, wanna hang out? I like you, Jimmy. I got them just for you. You know. Oh, Jimmy, that's so nice of you. I really enjoy it. Come on, give me a kiss. Yeah, I was pretty wild. Guys, you be real true. Охуенно. That's wild. Do you think anyone saw? See you soon. О, задание появилось, наконец-то. Поехали за скутером. Это как раз то, которое я провалил, или это новое? Скутер, мой мега-скутер, поехали. Сейчас на нем поедем. Задание еще по времени, это прикол. Нужно купить шлем. Что все дуются на меня. Все, свидание в лунопарке. Ок. So, this is how you treat a girl? Talk to you later. Next time I show you. Ну, ребята, да, шлем надо носить. Но Джимми похуй. Джимми может не носить, потому что он герой компьютерной игры. Ему похуй. Он не умрет. Вот так. Так что, ну, а вы, детишки, носите шлем обязательно. Ебать, скутер кайфовый. Бля, в теории можно зайти же, даже не парясь. Ой-ой-ой. Да, пойдем. Давай здесь. 10 билетов как нехуй делать вообще, подруга. Я только что 75 делал. Есть питчер. Нет. Есть питчер. Есть контакт. Пойдем. Но мы это уже слышали, подруга. Силомер, как мне хуй делать? Покажем ей, что мы во всех играх можем сделать. А, кстати, работница вот этой вот, вот этого аттракциона, неплохая такая соса, я бы сказал. Тварь. Угу. Уже все. Она там подбадривает меня такая. Найс, шат. Все, пойдем.
Где она сама? Пойдем. Чисто идем. Вот опять эта подруга подходит. А, она, наверное, из-за меня начала драться, да? Он встал в этот раз, типа, ждет удара, видимо, от меня. Да как у Джимми рука колтыхается. Ужас, он ей под юбку руку закидывает, ужас какой. Ебать, у него, кстати, рука огромная по сравнению с ее руками. Теперь ты нравишься Пинке. Победа. Этот романс. Новые задания появились. Блин, ну мне пора на выход, ребята. Скутер стоит, все, поехали. Ебать, малой уебал, вы видели? Вот это жестко было. Да, времени много уже, все. Джимми, давай спать. Бля, вот это берлога, конечно, пиздатая такая. Игровые автоматы есть. А можно играть в игровые автоматы? Не, нельзя. Так, давай сохранимся. Еще какое-нибудь задание сделаем и закончим на этом. То есть, часик я уже играю, нормально. Надо кушать идти делать себе. Даже вот так сделаем. Бля, как хорошо, что тут такой законопослушный город, никто не пиздит твой скутер после того, как он падает. Гонка в долине, охуеть. Давай. О, Питти. Hey, Pete. Where is everybody? Oh, Jimmy. It's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary'll get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? В тапки насрал. Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake, and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Поехали, реально, Питти, заебал. Пойдем ебанем ка гонку. Бля, Питти. Возьми велосипед. А Питти уже поехал, да? Поезжай на пляж. А скутер взять можно? Я ж не зря его выбивал. Питер. Он, кстати, мой скутер стоит, ебать. С прошлого раза. Здорово, Питти. А обгоним их, ебать. Как мне хуй делать, Питти? Давай, Питти, старина, мы сможем. Ты подбодришь меня, чтобы я смог это сделать. Давай, гонка, ебать. Первый, поехали. У-ху-ху. Похуй на уроки, время кататься. Давай, 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 они нас нагоняют, Джимми, давай, скорее, скорее, гони, гони, гони.
Гони, 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 гони. Давай, 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 давай. Опа. Блять, а куда? Блять, не-не-не, дальше на пляж. Блять, обгонят сейчас, суки. Я не дам вам этого сделать. Я хоть и на геймпаде, блять, но... Кататься-то я на велосипеде умею, блять. Бля, кстати, есть охуенная история. Я научился на велосипеде кататься очень поздно. По-моему, лет 10, наверное. Хуй знает. Не-не, хотя, может и не так. Я просто не особо помню. Помню, что достаточно поздно. Я помню, меня даже кореш сидел, учил, говорит. Нажал на педали и учил. Лет 6, я хуй знает. Что-нибудь такое. Но потом я на велосипеде так кайфовал. Кататься на велосипеде — это вообще охуенно, ребята. Если есть возможность, катайтесь. Ну, если впадлу не катайтесь, то это ваш выбор. Но все же я бы сказал, что велосипед — это кайф. Особенно, знаете, вот в таких вот гонках участвовать, ебать. Главное, на проезжую часть не выезжайте. О-о-о. Бля, какая здоровенная гонка. Ну, какие-то лошпедронтусы вообще, я не могу. Ничего не могут сделать мне. Может, я отец этой гонки. Сейчас довыёбываюсь, кстати, они меня догонят. Надо поднажать. Давай-давай, Джимми, Джимми, Джимми. У меня рука... Блять, давить кнопку А нахуй заебалась. Уже, давай, давай. Блять, Джимми, давай! Похуй, усилимся! Это финиш? Да, да, хуй там, ёпта. Вот это финиш сейчас будет. Пити, старина! Пити, старина, все за тебя, все ради тебя. Твой кореш крутой. Yeah. Good job. Sweet win. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Mm-hmm. Спасибо, дядь. Да у меня и так уже приз есть. Я скутер получил, чё мне? Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Listen, pal, help a poor desperate fella out. Так, прогулы там, да мне похуй. Они все еще так говорят, типа... Чел сказал, что типа я в свое время тоже скипал школу. Типа, или что-то там он пизданул другое, я не понял. А, кстати... Бля, ладно. А если... Да, типа, я честно хочу сказать, я думал, ну, блядь, я сейчас могу спиздить машину у типа и уехать, но нельзя. Это опять она. Блин, она просто идет, она выделяется, вот эта гномиха из... Шлемы у вас продаются, ребят? Да тут, по-моему, что-то хуёвый у вас магазинчик. Только это, да, этот ебучая форма, шлем есть? Шляпы, панамы. Шляпа с круглой. Цилиндр, блядь. Ебать. Ебать, цилиндр. Она куртка в стиле casual. Я шлем хотел. Где я могу купить шлем, ребята? Наверное, в другом магазине просто. Я правильно еду, сейчас направо надо будет. А где гараж? Гараж там прямо у магазина, надо забирать. Я пойду скутерок возьму. Покатили. Дай и... Ебать, ты чё, охуел, что ли? Алло, гадёныш ёбаный, ну-ка иди сюда, блядь. Давно не получал, нахуй.
Охуеть не встать, вылез, мудила. Вообще охуел. Нихуя! Он может ебашить в стиле Road Rush. Джимми Хопкинс на самом деле может ебашить в стиле Road Rush. Джимми Хопкинс вырастет и станет каким-то героем части GTA. Вот так вам, ребят. Живите с этим. А может, станет каким-нибудь бизнесменом, кто ж его знает. Ладно, все. Доехали. Сейчас доедем, сохранимся и закончим на этом. Ну давай. Шлем есть какой? Бейсболки, кепка, городская панама, кепка автомеханика, кепка активиста, кожаная кепка ушанка. Бля, да ты, вы чё, смеетесь что ли? Бля, там чел спросил, ты не шоплифтер? Шоплифтер это типа, ну, воры, считайте, в магазинах. Дохуя выносят денег. Дохуя выносят товара, короче, и... продают потом куда-то. Типа подешевле. Нарушение формы одежды. Где хоть оно? У меня обычные штаны. Когда нарушение это? Че, ёбнулись совсем? Ладно, все. Спасибо всем, кто посмотрел на приключения Джимми. Я чувствую, что, может быть, скоро мы закончим игру даже. Так что, ну, неплохо. Ладно, до скорого.